там же две. Ну почему ты еще, если у тебя 5 ты должна получить, а ты говоришь, отработала, ну пускай... Ну там 7... Я не видела, я только сейчас увидела. Занос, помогите, занос. Ай, нет. Она такая, знаешь, как посиди, там все. Не, ну она, понимаешь, как это нас отпустили. Что ты? Она так это, знаешь, как к этому. Я посиди, я так это отпустили. Что ли, я думаю, нет, директор. Господи, а занос! Вова, ставь место для Захара. Окей. А вот Захар. Здорово. Привет. Что такое? Короче, у меня копейка разбилась. Ну-ка посмотрим. Вот она. Меня просто занесло. Ничего себе. Это да. Алена, тоже она уже на грузку все больше, она работает. Поехали. И не успевает все дела за рабочую поделать. И все. И она, так она немножко единственная, она кому-то еще не сюда. Захар, почему тебя занесло? Ну, не знаю. Ладно, мы будем ночевать на заправке. А нас не снесет? Не, не снесет. Прямо здесь будем ночевать. В машине. У меня тут знакомый. У нас тут знакомый, короче. Лёва работает. Мы его тоже возьмем. А вот Лёва. Здорово, пацаны. Лёва, привет. Хочешь присоединиться в нашу банду на моей Волге? Да, хочу. Просто у тебя тачка крутая, цвет как у Цоя. Да, все так. Короче, Лёва, мы здесь на твоей работе ночуем. Потому что у нас у нас, короче, с Викторовичем проблемы. Он мне историю рассказал. Расскажи, Викторович. Ок. Короче, Лёва, меня занесло на моей копейке черной, которую мне подарил Лёня. Это правда. О, новости. Внимание, внимание. В городе Верхотурье. Внимание, внимание. В городе Верхотурье будет занос. Ураган. Сильный ветер. Всякое. Автомобилей. Просто автомобиль просто заносит. Машин просто заносит.
До свидания. Не попадитесь в такую фигню. Оп. Ё-моё. Ё-моё. Вот, пацаны. В смысле, а что, у неё вот зарплата так убавилась? Все, засыпаем. Нет, там... На следующий день. Ух! Ребят, началось. Уезжаем отсюда. Ну, в общем-то, давай, не перебирай, но главное не забудь, а то я, конечно, могу выйти. Дрифт-фонг. Дрифт-фонг. Дрифт. Нас заносит, ребят. Почти нас заносит. Но мы доберемся до этой горы. Вот все, мы до города добрались. Все, давайте стартуем. Вот Лёва, включай Викторовича копейка. Считай, что моя старая машина. Вот Лёва, смотри. Ничего себе. Вот что с... Да, это моя старая тачка, помнишь? Угу. Вот, видишь, что с ней? Ё-моё. Ну все, уезжай. Ну все, сматываемся отсюда. С левой стороны ураган. Сильный ветер. Ну, сваливаем тогда. Гонщик нелегатный. Скорее, ребят. Ребят, скорее, скорее. Она надвигается. Гонщик нелегатный. Гонщик нелегатный. Гонщик нелегатный. Ты-ты-ты-ты-ты. Давай переночуем здесь. Давайте. Фух. Вроде бы закончилось. Ну все, поехали наше препятствие. Поехали! Но все равно будем на заправке ночевать.
Ребят, спасибо за видео. Мне так очень было приятно. Машина была ГАЗ-2410 «Волга». Невидимые были актеры Лёня, Захар, Вова, Лев. Город Верхотурье. До свидания, дорогие зрители.